А что, нет еще больше? Это ЖД рынок. Подарить котеночка. Кому подарить? Ну вот, друзья, железнодорожный вокзал. Сейчас он закрыт и не работает, к большому сожалению. Раньше здесь отправлялись с города Донецка. Кто навсегда уезжал с этого города? Кто собирался вернуться? И у всех здесь были разные судьбы. Кто-то встречал здесь людей. Кто-то чувствовал радость, смех, кто-то, наоборот, тоску и печаль. Это реалии жизни. Жизнь идет, все меняется, каждый человек приспосабливается, как есть. Ребята, сегодня мы посетим железнодорожный вокзал города. Видно, вон люди, что с трамваев повыходили. Сейчас я вам покажу те подъездные пути, где отправлялись поезда в различные города Украины, России. Сейчас, к сожалению, здесь никто никуда не отправляется. Также еще до сих пор слышен звуковой ориентир для лиц, которые плохо видят. Где-то кто-то играет. С той стороны отправлялись и сортировались поезда, которые курсировали по всей территории Украины. Ну а сейчас, друзья, ничего этого нет. Светофоры работают, но опять, для кого они? Здесь в 2012-2013 году, да и в 2014, я так бы не смог бы пройти. Здесь все было заставлено поездами. Очень много уже потом было куплено поездов Шкода, Hyundai, где курсировали поезда между Донецком, Харьковом, Киевом, Одессой. А сейчас это все дело стоит. Это очень нехорошее, жуткое зрелище, где когда-то ходили здесь толпы людей. Ну а сейчас все как есть. И только звук с пешеходного подземного перехода идет с той стороны. Но люди есть, все меняется. К большому сожалению, к таким условиям тоже приспосабливаются. Люди — это такой тип существа, так назовем, которое адаптируется к любым условиям. Даже к таким печальным, как бы ни казалось.
как сейчас. Ну вот, друзья, немного погрустили вместе с вами. Ну, может быть, для кого-то это будет интересно посмотреть железнодорожный вокзал, как он выглядит на июнь 2019 года. Пройдемся мы по ЖД рынку, покажу вам цены. Так, на основные продукты. Пройдемся, посмотрим, что там продают. Ну, вот такой будет влог у меня сегодня. Вы ж просите, снимай рынки, снимай Донецк почаще. Таковы реалии жизни. Как бы не хотелось этого всего показывать, но приходится немного и погрустить, повспоминать, как было раньше. Здесь я отправлялся в города такие, как в Луганск, Симферополь, во Львов. Донецк соединялся всеми возможными путями, как с Россией, так и абсолютно со всей территории Украины. А сейчас сообщения только присутствуют автобусные между городами. В такое время, в 10:22, отправлялись поезда Intercity Plus на Киев. Они всегда приходили либо на первый, либо на второй путь. Здесь всегда были толпы людей. Ну а сейчас это выглядит вот так. Это страшная пустота. Очень это страшно все. Многого еще не показываешь, но поверьте, ничего в таких видеороликах хорошего нет. Била церква. Белая церковь. Кстати, диктор объявляет не остановки, а сейчас разговаривает о инфекционных заболеваниях. Как бы это странно не звучало, ну как есть. Все занято, свободных мест нет. Людей очень много, особенно по выходным. Все покупают что-то, закупаются харчами. Давайте сейчас мы, ребята, овощи я вам чуть-чуть показал. На рыбный рынок пройдемся. Позавчера. Ну, просила не говорить.
рассказывайте дальше. Я отойду в сторону. Не будет уже, не по 80, не по 80. Нет, что, забрали, вот только по 100 рублей. Доказывайте, говорите. Мне дайте так, по 80 нет уже, да? Ну дайте нет. Мне по 100, наверное, сколько? Пару. Четыре будет рубля мелочи, он пять. Давайте там найдем, ты приятно. Здрасте, а можно мне вот этого балочка половинку отрезать? А сало у вас такое почем? 100? 180. Ага. На 132 рубля вот такой балык. Как ни крути, Донецк живет. А в какую цену у вас сало? Смотрите, а такое 200-230. Соленое 230. Ага, а не без мяса? 160. Ага. 150-130. А по 100 есть? Так, яйца по 39 рублей. 39, 42, 45. Разная цена. Вот тут уже начинается вещевой рынок. Но опять же, я говорил, что вот цен на вещи не видно. Есть маленькие, но опять же, не будешь каждую цену спрашивать. Ага, вот яйца крупным планом. 35, 40, 43 и 48. А можно мне с салом любительское, да, я так понял? Да, да, да. Очень вкусное. Давайте мне этот кусочек. На 108 рублей. Что еще вам молодой человек? Да все вроде бы. Сардельничек, сосисечек, печенка, кровянка. Так, смотрите, 8. Ага. И вам сейчас еще 100 рублей надо. Ага. Так, все, возьмите. Спасибо. Угу. Спасибо. Сейчас, ребята, хочу пройтись еще по барахолке. Всем интересно, что у нас за раритетные вещи здесь продают еще. Многие мне пишут, пройдись по ЖД-шной барахолке. Пройду сейчас по барахолочке. Вот он, этот проход. Сейчас мы посмотрим, что здесь у нас продают. Ключи. Старые диски. В основном здесь продают то,
чего дома не нужно, да и какую-то хоть копейку пенсионерам на еду, чтобы можно было купить что-то покушать. Давай червой спасибо. А кто если он не работает, выкидывает? А ну, знать его пошла. Кто хозяин вот этого? Леша, я слушаю вас. Я хочу подобрать. В общем, ребята, здесь есть все. Абсолютно. В любом смысле этого слова. Реально все. Да я еще белый у меня дома. А эти ля-ля-ля. Ну, кольца же дешевле. Ну, в общем, друзья, в принципе, ассортимент товара вы видите. Ребята, на всем я останавливаться не буду, так как этот ролик может затянуться до часа. Вот так, быстренько, бегло мы пробежались с вами. Показал я вам ассортимент товаров. Кто любит плюшничество, быть плюшником, можно приехать и здесь покайфовать. Я знаю, что некоторым это нравится. Эти все вещи старинные, у них есть что-то неизвестное, энергетика. Ну вот мы и дошли уже до вещевого рынка. До торговых рядов. Ну что, друзья, вот и пришло время завершать этот очередной влог. Показал я вам сегодня окрестности железнодорожного вокзала на июнь 2019 года. Прошлись мы по рынку, показал я вам цены на основные продукты питания. Также показал барахолку, которая находится на ЖД вокзале. С вами на канале был Виконста. Пока-пока!